Доставка на дом сделала нашу жизнь намного удобнее, однако вместе с тем велик риск столкнуться с подделкой. Особенно если приобретаешь товар известной фирмы. Жители Твери и Ржева, желающие обновить свой гардероб, могут избежать таких проблем, посетив выставку-ярмарку «Норвей». На ней продаются только настоящие куртки и шубы известных зарубежных брендов. Норвей – это Норвегия по-английски. И, соответственно, куртки и шубы из этой страны, а также других северных государств, и представлены здесь в широком ассортименте. Но самое главное, тут можно купить только аутентичный товар. После того, как часть европейских и американских брендов ушли из России, многие пропавшие товары начали появляться на российских маркетплейсах. Но, однако, покупатели нередко жалуются, что вместо оригинала им приходят подделки. Поэтому, чтобы не попасться на подделки, будет проводиться как раз-таки эта распродажа. Будут представлены оригиналы брендов канадского, норвежского, финского производства от этих производителей со скидками от 40 до 70%. Компаниям невыгодно вывозить товар из России. Петербургская компания «Союз импортеров» традиционно привозит в Тверскую область исключительно лучшие образцы курток и дубленок из стран, где знают толк в теплой, комфортной и красивой одежде. Это двухсторонняя дубленка «Джелазина». Финляндия вышивает Хельсинки. Смотрите, внутри у нас натуральная шерсть альпаки. Здесь лазерная обработка сверху египетских хлопок. Не продувается, не промокает. Снизу идет молния «Автоледи». И сама молния сделана из медицинской стали. Так как распродаются товарные остатки, то количество размеров ограничено. Поэтому жители региона спешат сделать покупки. Я пришла сюда в кино. Ну, до сеанса еще целый час. И просто решила зайти для интереса посмотреть. И зашла, мне предложили вот эту вещь. Я померила. Натуральная. Качество очень хорошее. Цена, конечно, очень приемлемая. Мне очень понравилось. Вот и решила купить. В Твери ярмарка «Норвей» работает в ТРЦ «Рио» с 14 до 19 марта, с 10 утра и до 10 вечера. В Ржеве лучшие западные куртки и шубы можно купить по адресу улица Ленина, 22, с 15 до 19 марта, с 10:00 и до 20:00.